Всем привет! Сегодня покажу немножко из покупок. Приятного просмотра! Меня зовут Людмила, проживаю в городе Самара. Зашла, купила в Магнит ветчину. Захотелось ветчины. Так, здесь свинина и куриные грудки. Стоит 155 рублей. Хотела зайти сначала в фабрику качества, зашла. Думаю, поближе магазины, вроде как там больше колбас всяких разных. Спрашиваю сразу у продавца, есть ли у них с мясом ветчина и без глютена. Так как составы на прилавке не видны, в общем, а я не ем с глютеном. Но стараюсь, выбираю, всегда читаю. Для меня это принципиально. Это очень вредно, в общем. Они там долго совещались. Ну, как долго, минуты две, наверное. Даже смотреть составы не стали. Просто сказали, что у нас такой продукции нет. Мы добавляем во все продукты глютен. Ой, не глютен, а это там глютамат натрия. И, в общем, так как продукты у них от этого не портятся почему-то. Первый раз слышу вообще. Глютамат добавляет как усилитель вкуса. Ну, в общем, не хотят ничего продавать. Даже искать не хотят, читать. Хотя ветчины, на самом деле, там немножко. Ну, в общем, это так, к слову. Ну, в общем, зашла, купила в Магните в итоге. Хотела сегодня купить арбуз. Арбузы сегодня не работают. В общем, палатка с арбузами. В воскресенье у них выходной, может быть. Зато увидела у одной женщины шелковицу. Чисто случайно, 150 рублей стакан. Ну, не очень полная, но вот два стакана вот таких взяла. По 150 рублей вообще недорого для этой ягоды. Очень сладкая. Вот, два стаканчика здесь. Хоть разок купить эту ягоду. Сегодня уже другой день. Решила сходить за арбузом. В прошлый раз мне очень понравился, вкусный был. Сегодня взяла размером поменьше. Такой же сорт, только написано уже на... В общем, на этикетке у них там, на ценнике. Солилецк. Спрашиваю продавца, где глушица? Мне говорят, это то же самое. В общем, маркетинговый ход, так сказать. Но цена та же самая, 40 рублей за килограмм. В то же время, как астраханские у них рядышком лежат, но они огромного размера, не дотащить просто. Стоят 35 за килограмм. Ну, в общем, взяла такой, 10-3 с чем-то килограмм, не помню. Ну, размер поменьше, потому что тяжело в прошлый раз было нести. Так, дальше. Взяла 3 кукурузы. Хочу сварить. Проверила, оказались, ну, такие молочные. Молоденькие. Должны быстро вариться. Кинзы у них чуть-чуть прям совсем взяла. И зашла в пекарню. Хлебница у нас называется. Пекарня Хлебница. Маленький хлеб взяла. Вот у них. 27 рублей. Он прям с пылу с жару. В общем, горяченький такой. Маленькая буханка обычного хлеба. Когда горячая, она очень вкусная. На следующий день уже не очень ее хочется есть, крошится. А вот в первый день она просто изумительная. Давно не покупала. Хочу бутерброд просто сегодня. Сегодня у нас дождливая погода. Вчера было очень жарко, солнечно. А сегодня резко, в общем, дождливая. Хочется такой пищи. Другой немножко. В следующем видео я вам покажу покупки, ну, заказ, точнее, из доставки гиперленты. Заказала, потому что у них, в общем, купон они выложили на сайте в приложении «Жара 20». Действует по 8 августа включительно. 20% на товары без скидки. Поэтому заказала тяжелую воду, ну и так по мелочи. Сэкономить хоть немножко, в общем. Вода все равно нужна. Поэтому в следующем видео покажу распаковку доставки. Там 72, по-моему, килограмма. Не помню точно уже. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. На сегодня это все мои покупки. И всем пока.